Всем привет, я играю в Portal 2. Как вы видите, я не умею играть. Просто нубло. Долбоёб просто ёбаный. Ладно, на самом деле играет Вася, это Portal 2. Я, короче, гениальный концепт придумал восстановление канала. То есть днем я выпускаю видос по какой-то игре, а вечером выходит матч в КС. Охуенный, по-моему, план. Я полный нубло в Portal 2. Кстати, Вася не хочет, что, да, разговаривать? А, вот, все, начал говорить. Ну что это, что делает? Я что, и бомба? Помните, в Gartic Phone как-то играли? Да, помню. Помните эту штуку? Да, помню. Бля, у меня Майнкрафт запустился. Не оставляй нас. Что этот квадрат делает? Это куб. А, ну не похуй. Вася, хочешь, я за тебя все сделаю? В каком плане? Ну, в прямом. А крестик что делает? Смотря какой крестик, если там он в виде четырех букв Г, то я не знаю. Да ты реально это решить не можешь. Сказал Мишка, который вообще не понимает, что происходит. Кстати, это очень редкий видос, потому что на нем нет ни Артёма, ни Кости, никого, ни Егора. Только я и вот двое. Двери. Двери. На двери похуй. На двери не обращай внимания. Запомнили? Бля, реально банальщина. Нас выебали в КС, это плохо. Ну, короче. Нас выебали в КС. О, туда не надо, типа, что ли? А ну? Реально. Вот тогда. Бля, как... Я вот все время думал, как это все разработано, блядь. Ну, просто поелозили хуй по клавиатуре и все заработало. Ты знаешь, в чем прикол? Я вот, ну, то, что я давно еще понял, типа, ну... Можно сидеть у себя дома, вот, используя тот же самый свой сраный компьютер, блядь, обыкновенный. Обыкновенную клаву и так далее, можно взломать кучу ютуберов, там, все что угодно, да. Всякие аккаунты. Просто нужно набрать правильно, там, знаешь, запросить, типа, вход в аккаунт через пароль и просто набрать циферки. Просто их не знаешь. А. Хотя ты их можешь набрать, просто их не знаешь, сука. Остается совсем чуть-чуть. Васёк, ну ты реально идиот. А, вот эти как штуки, вот эти три штуки. Так пробеги, там выход открылся. Так нужно штучки прожать. Вот эти две кнопочки еще. Ту штучку надо лазером запитать, вот эту. Ну, блядь. Как ты запитай? Атакую. Бля, теперь нельзя портал взять, сука. А, ну вот этот куб можешь выбросить нафиг. Вот куб Рубик, да, мой теперь. Кубик Рубика? Да. Так, там запитал. Вот этот будет. Ебать ли Liminal Space просто, блядь. Ну, это нормально. Все, Василий пошел. А тут второй уровень будет? Нет. Все, игра окончена, ты выиграл. Это не сюжетка, что ли, Васек? Нет. А, это эти, все, я понял. Да-да-да. Angry Test. Нет. Моя история. Блядь. Моя история. Отсутствует. Да, фиг знает. Он у меня просто пройти. А на все или нет, не знаю. Так, кубу этот пройти. Коблстоун? Коблстоун, да, коблстоун. Ну, короче... У напарников нет коблстоуна. За всю неделю. Вот это, опять же, вопрос, здесь, да, разработчикам. Сколько прошло? Год и месяц? И это только с момента выпуска игры. Офигеть. В демке она была с уже сколько, нихуя? Месяц. Месяцев 7 и год, да, получается, охуи. О. Ты это трактор какой-то. Да? Ой, вот это. Че, скачиваешь что-то? Да. О, вот это. Уже 2 часа ночи, ребята. Ну да, обычно. Мне нужно чуть-чуть еще поснимать, чуть-чуть. В 7 утра? Зачем? На пары? Бессмысленно. Нет. А зачем? Встать.
У нас, короче, сегодня, я сегодня спал с 11:10 по 12:50. У нас была скучная пара, потом большая перемена, потом сейчас следующая пара, но я все еще спал. Но я, главное, я на паре находился, и ладно. Переводи, чем говорю. Переводить? А блин. Вау. Все реально так говорит. Да. Коля, а в данный момент какие у тебя. Какие на тебе трусы одеты? Сейчас скажу. МФ фирма. О, кстати, хорошая фирма. Ты сразу за нее? Блядь, нет, да, да. Это нормисные считаются? Не, это очень крутая. Это не просто. Так нормисы, я думал, что это крутое, типа нормисы крутые же, чел. Не, нормисы были. Почему? В смысле, ты еще спрашиваешь? Не, ну что считать нормисами? Я не просто хз. Ну, нормис, типа, нормальный человек. А. Типа АВГ. Среднестатистический. АВГ, ОФК, блять, ОФГ, ПДО, ЛГБТ, КГБ, СССР. СС, КПСС. Counter-Strike. GTA, пизда. Группа ИСА. ИРКА. Блять. Опять пасхалки оставляет Михаил. Неизвестно, к чему они. То есть непонятно, непонятно, о ком вообще речь. Но... Блять, ты бы видел наш с Тёмой видос по киберпанку, блять. Я видел. Смотрел? Я все видосы смотрю на твоем канале. Пиздобол. На каждый лайк ставлю. Да я видел, да, там. То и дело ноль, блядь, и, конечно же, ты смотрел. Блядь. Какого цвета на тебе в данный момент трусы, Коля? Я же сказал синий. Темно-синий. Да, я забыл просто. А на тебе давай рассказывай. На мне трусы Лакоста. Черная. Ты смотри, прикинь, если ты испанец, или там, скажем, ты в Испании, тебе нужно поздороваться с чуваком, которого зовут Кост, ты скажешь «Ола, Кост!» Или типа «Ола, Кост!» Понял? «Ола, Кост», типа. Ну, так, да. А Холокост — это же какой-то праздник, да, вроде? Да, еврейский. Дети, если вы наткнулись на это видео, выключите его немедленно. Еврейский. Дети. Ты знаешь, что самое прискорбное? Что? Ну, практически все там, за исключением, не знаю, человек 3, может быть, из человек 17. На этом канале уже все взрослые дяди, всем 18 лет, всех там, всем продают пиво уже, то есть все такое. Да, вот это грустно осознавать, что мне уже продают пиво. Не, ну тут даже не в пиве дело, тут дело в том, что, понимаешь, все, то есть вот там, такие Ромчики, Антохи, там, Колены, Дудивы, вы оба, хотя там, казалось бы, все, ну я тем более, там, якобы. Я сегодня ходил в магнит за энергетиком, вот рядом с домом. Я рассказываю Нормис. И у меня паспорт просили. Да у меня тоже магнитовские просят, суки. Вот по мне не видно. Я помню, знаешь, я был что-то период, что-то бороду не брил, наверное, блядь, не знаю, не, месяц вообще забил хуй, мне было просто похуй. И прихожу я в магнит, что-то взял какой-то драйв, не помню, что-то давно было. Что-то паспорт там, что-то можно... Как, не знаю, как она спросила. Это что-то 18 есть? Я говорю, а по мне не видно? А у меня такое ебало, знаешь, как алкаша, который бухал 3 недели. Ну просто весь заросший пиздец, просто тварь. Она говорит, что-то нет. Я говорю, ты что, вы то продаете, то не продаете. Она говорит, ну идите нахуй, короче. Пошел в другой магазин. А, ну нормально. А ведь еще недавно было время, когда я типа думал, бля, продадут, нет, типа, блядь. Надо просить кого-то купить, бля, фу, а сука. Сейчас, а сейчас уже все. Все, просто взял паспорт и идешь. Похуй тебе. Или там еще недавно было, скажем, время, когда мне было 18, а Кости, например, нет. И там, условно, в мае мы смотрели там финал Лиги Чемпионов, так, блядь, я ему пиво покупал.
Ну, как бы мы оплачивали вместе, но он не мог купить себе. То есть, если бы я ему сказал, нет, ты сегодня сам, все, нихуя бы он не смог. Ни сижик он бы себе купить не смог, нихуя. Блин, а сейчас теперь можно вот просто в любой момент пойти, как за водичкой пиво купить. Можно трахаться. Главное, не 17-летний. Хотя нет, 17-летний можно, ничего страшного. Только не с кем. Вот, кстати, самые такие трушные слова, пожалуй, от Василия. Это такое состояние, знаешь, типа, с ними плохо, без них плохо. Ну, минус, а минус плюс дает. Короче, зовешь, потом выгоняешь. И... Нет, через день, короче, мы встречаемся через день, это как? Ну, типа, один день встречаемся, потом мы расстаемся, потом встречаемся, потом расстаемся. Вот у Артема уже было где-то порядка 3 отношений за все время. У Артема? Да. Да. В колледже. Что? Не было ни в жизни вообще. Не, он сам мне рассказывал. Не, я даже видел, я видел, он с ними там насосался и все такое. С кем у него отношения были? Ну там с параллель девка. Какой нахуй параллель? В Шараге. В Шараге? Ну он еще всегда мечтал Чего? Об этой. Как ее, блять. Сейчас вспомню. Про Ангелину Березовскую вот. А, ну да, помню было. Там есть фотка совместная, блять, ты вот смотришь, знаешь, есть такой фильм. Блять, Артём, если ты сможешь это видео, попрости. Ну тут, блядь, красавица и чудовище. Ну, чудовище это гели, очевидно. Артём не достоин. Точнее, даже такого слова. Даже такого слова. Здравствуйте, лицемер. Мицеллер. Меценат. Что за ужас на экране происходит? Я тоже не понимаю. Подписчики, простите, пожалуйста. Такое. Подписчики, меценат. Кстати, с такими матчами ПКС не так много осталось, и чувствую, где-то уже зимой я добью косарь видосов. А подписчиков когда косарь добьешь? Так я же его нигде не рекламирую. Да я вот все жду, когда ты популярный на ютубе станешь. Не, ну у меня есть видосы, там, скажем, ну там... Ну, 1-26 тысяч просмотров, но это так, это не мое творение, я вообще его заливал с целью сохранить. Оно случайно, я не знаю, каким образом залетело. Вот чем я горжусь, и чем я могу гордиться, там есть на 2,6 тысячи просмотров, там нихуёвенько так лайков и комментов. Если люди со всего мира писали комменты, там мое творение, да, окей, есть одно. В марте выпустил. Блять, кстати, я на таких видосах мог бы и побольше подняться, но бывает их впадлу делать, поэтому... Хотя тема классная. Там музыкальные видосики. Василий, давай ты разгадаешь эту головоломочку. Так. Головоломочку разгадать. Разгадал. Все? Разгадал, на, теперь следующее. Васёк, лучше бы ты, знаешь, паркур в Майнкрафте проходил. Реально? Да. Серьёзно? Да. У меня есть карта одна. Которая вот в ТикТоке видосы попадаются. Ну, она. Реально? Так, давай, запускай быстрее. Сейчас, запущу. А, погоди, так, порту-то ты чё, выключаешь? Да. Ну все, тогда до свидания, господа. Да, всем удачи, всем пока.